Чистота – залог здоровья и безопасности. Как защитить легкие планеты и сохранить уникальную природу Соловьиного края? Во вторник в областном комитете лесного хозяйства обсудили подготовку к общероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Игорь Киселев расскажет подробнее. Для курян акция стала традиционной. Главная задача Дней защиты от экологической опасности – наведение санитарного порядка в области. Эти дни защиты от экологической опасности были внесены много лет тому назад по постановлению ООН. Я призываю все население области, все предприятия принять активное участие в проведении вот этих вот знаменательных дней защиты от экологической опасности. Куряне уже провели общегородские субботники, посадили деревья. Сегодня убирают лесополосы и пляжи. Активность населения с каждым годом возрастает. Наша область – это наш дом, и мы хотим, чтобы она была краше, чище и благоприятной окружающей среды. Работа дает результаты. В рейтинге общероссийской экологической организации «Зеленый патруль» Курская область занимает 6-е место среди 83 субъектов федерации. Регион не будет останавливаться на достигнутом. В планах строительство мусороперерабатывающего предприятия в Курчатове. Кроме того, при администрации области был создан общественный экологический совет. Его задача – мониторинг экологической обстановки в районах. С весенним потеплением многие жители города проводят выходные на природе. Несмотря на то, что несознательных курян наказывают крупными штрафами, основной проблемой экологов остаются несанкционированные свалки. Главное – помнить – мусору в лесу не место. Игорь Киселев, Алексей Еременко, Роман Леонов, телеканал «7».